Всем привет, дорогие друзья! Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Мне в комментариях написала Ирина Мельник. Посмотрите у нее на канале рецепт легкого торта шоколадного, что ли. Слушайте, посмотрела, классный рецепт. Обязательно попробуй, Ириночка, вам огромное спасибо. Я посмотрела, у вас вообще интересный канал. Молодцы, как бы готовите что-то. Обязательно посмотрю ваш канал, понравился. Некоторые рецепты, извините, иногда буду воровать. Надеюсь, вы на меня сильно не обидитесь. В целом, что у нас сегодня? У меня ребятки сегодня ушли в школу. Сегодня у нас на улице было 35 градусов мороза, но они все равно в школу пошли. Я отправила, кроме Оксаны. Оксану я не стала отправлять. Первый класс до 27, по идее, ходит. Ну, днем, по идее, тепло было, но я все равно. Она еще маленькая, поэтому нет. Она вчера там... Никогда. Вчера, да, со школы пришла и весь день потом спала. Она уставшая после школы. Приходит очень сильно уставшая. Поэтому я как бы сегодня ее в мороз такой не стала даже будить. И маленьких тоже не повела в садик. Ну, 35 градусов. Да, я понимаю, что на автобусе можно, по идее. Но на остановке потом в садик, когда мы едем, мы ждем автобус, на остановке стоим. Поэтому дети будут мерзнуть тоже. Решила, так ничего страшного, один день пропустим. Оксаночка сейчас у меня делает уроки, а я вот переписываю рецепт себе в тетрадку, который мне посоветовала Ириночка. Рецепт очень интересный. Посмотрим, попробуем. Все ингредиенты обязательно куплю и попробуем. И испечь. Спасибо тебе, Ириша, еще раз. Надеюсь, будем общаться. И вы мне почаще напоминаете про ваш канал. Это будет вообще супер. А так, в целом, у нас сегодня все хорошо. Ксюша, слышите, как кричит? Вы не переживайте, Ксюша никуда не пропала. Ксюша, он в клетке, пытается цепочку свою оторвать. Сегодня мы ее не выпускаем, сказали, посидишь в клетке. Поэтому она сегодня вредничает, свою цепочку там, зеркало рвала, отрывала. А так, в целом, нормально. Сегодня у меня муж на кухне кушать готовил, кашу пшеную или какую он там сварил. Я вчера, после того, как приготовила поесть, потом легла. Сегодня встала, у меня опять болит горло. Ну, вы меня предупреждали, что мне нельзя греться, мне нельзя перегреваться, мне нельзя возле печки стоять. Я знаю, ребята, но у меня по-другому выхода нету. Как я буду готовить, если... Да, вы мне пишите, Настя, купи плиту газовую или какую-то, да. Вот как разбогатею, обязательно куплю, ребят. А пока не могу. Также по поводу того, когда поеду с Машей. Поеду, получается, что? Сегодня у нас что, 10-е? Да, получается, на следующей неделе. Дай бог, чтобы к тому числу, к которому я собираюсь ехать, я деньги получила. Если я ничего не получу, значит, я никуда не поеду. Поеду только 24-го, когда получу зарплату, анализ сдавать. Там же, конечно, все будет, ребята, видно, но надеюсь, что я... Честно, мы 16-го хотим ехать, 15-го, 16-го в эти дни. Поэтому вот я надеюсь, что это... У меня уже пришли со школы Катенька и пришел со школы Егорушка. Уже дома сидят. Марина с Ваней играют. У нас все хорошо. Дома тепло. С утра печку затопили, поэтому теплынь. У нас сейчас время уже 14:22. Я вот смотрю рецепт с тортиком. Да, ребята, много вы мне писали, то, что я нехорошая мать и всякое такое. Ну, это ваше мнение, пожалуйста. У меня дети намного были больше рады вот этим вот хот-догам. Да, многие писали, Настя, можешь хот-дог и сама сделать. Это надо заранее булочки спечь. Булочки для хот-догов я печь не умею. Даже не знаю, как их спечь. Надо, кстати, поискать рецепт, как булочки самим для хот-догов спечь. Если кто знает, где рецепт такой уже есть, то скиньте мне ссылочку или напишите. Ну, как-то что-то повестите. Буду очень тоже благодарна. Да, я знаю, что... Ну, вот я эти
шаурму делала когда-то сама, у меня есть на канале, по-моему, видео даже такое, надо вот, дети просят опять шаурму сделать, только деньги получу, сделаем опять шаурму свою домашнюю, она очень вкусная, дети ее просто любят. По поводу рассады постараюсь на днях показать, что и как у меня с рассадой. Но помидоры, я, мне кажется, это все. Они вообще очень длинные стали, я уже не знаю, что делать с ними. Выкину, другие посажу. Попробую, конечно, реанимировать их, но потому что они очень сильно вытянулись, хотя они у меня не на свету стоят. Да, у меня сегодня, я заметила, я сегодня зашла рассаду смотреть, и у меня перцы проклюнулись. Два сорта перцев проклюнулись, а один сорт так и не проклюнулся. Жду, когда еще один сорт проклюнется перцев. А так, в принципе, все хорошо. Всем желаю всего самого хорошего. А, да, ребят, знаете, что мне еще надо? Я сижу сейчас еще думаю. Мне на завтрашнего дню Мариночке в садик сделать блинчики из чего-нибудь. Несъедобные, а для кукольного домика. Блинчики сделать из чего-то. Ну вот я думала, или из фетра, или из ткани. Можно, конечно, из желтой пряжи связать, но у меня пряжи вообще никакой нет. Потому что я вязать не любитель. Я вязать, меня это не, вязание нервирует, до чертиков нервирует. Да, вот Ирина молодец, Ирина и моя семья, у нее канал, она вяжет мочалки супер. Ириш, ты вообще молодец. Вот я не могу вязать, меня вязание очень сильно нервирует. Поэтому вот так вот. По поводу того, вот из чего сделать, ну, смотрела в интернете, и сегодня мне также надо сделать букет какой-то с цветами Мариночки в садик, тоже буду смотреть. Если все нормально будет, то здесь немножко расскажу, а более подробно будет на канале Блог Рукодельниц. Дорогие друзья, если кто может, я вам сегодня покажу, как подписаться на канал Блог Рукодельниц «Жизнь с домашними животными». Подпишитесь, пожалуйста, тоже туда. Может быть, там наберем тоже 1000 подписчиков, и тогда у меня больше будет заработка, и тогда больше будет возможность, чтобы свозить детей на лечение или куда-то еще, на тот же самый, сводить в какую-нибудь карусельку или еще куда-нибудь. Так, написала? Сейчас проверим. Саранча, дача, туча, свеча, качан, чаще, пища, груша, гуще, роще, пища. Так, а где листочек, который перед этим я тебе давала? Пища, это что такое? Пища надо было. У тебя два раза пища написано. Дай сюда ручку. Вот так вот. Ты неправильно тут написала. Вот так вот и приходится. Вчера с Оксаной долго стих учили. Так, все. На это убирай. Нет, пока у себя оставь. Черновик тоже прибирай. Все, Оксаночка, молодец, у меня уроки сделала. Ладно, дорогие друзья, я вам покажу все, что я сделаю ребенку в садик. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Муж сходил в магазин, попросила его купить капусту. Хочу на днях сделать пирожки с капустой. Дети просят пирожочков с капустой. Также купил бананы, семечки излюбленные, сало копченое, которое я беру, он аж два куска взял, потому что детям, ну, очень оно понравилось. Вам нравится это мясо? Да. Да. Есть ответ Оксанин. Дальше что он купил? Мандаринок, морковку и свеклу. Вот все его покупочки. Но он сейчас еще в магазин ушел, посмотрим, что еще купит. А на улице у нас хорошо, солнышко вышло, тепло уже более-менее стало, да, Ваня? Муж сходил в магазин, еще хлеба взял. Хлеб заканчивается у нас. А вот там вот котенок бегает по имени Ваня, да, Ваня? Ваня, я про тебя говорю, ты котенок или не котенок? Ладно. Разбираем, убираем все это. Всем добрый вечер, дорогие друзья. У нас уже вечер, поэтому буду говорить тихо. Многие не знают, как подписаться на мои каналы. Сейчас я вам объясню. Вот я захожу сейчас на свой канал.
и вам объясню. Вот мой канал. Здесь видно, сколько подписчиков. Здесь кнопка подписаться должна быть у вас. И вот здесь внизу, вот как мы вниз опустились, жизнь с домашними животными. Канал Влог Рукодельницы. Это Егорушкин канал, но он сейчас пока им не занимается. Будет позже им заниматься. Как он хочет, чтобы ему на день рождения подарил новый телефон, потому что старый ему не подходит. Но он уже выключается, просто долго не может работать. Ну, если получится, то значит, он потом, после того, как купим ему телефон, он сможет заниматься своим каналом. Но не в этом суть. Вот эти вот два канала. Если можете, подпишитесь, пожалуйста. Будем очень вам благодарны. Также меня спрашивали, Настя, как можно написать те в соцсети. Вот в этом вот углу, видите, есть Одноклассники. Так, вот есть Одноклассники. Вот есть Контакты, Инстаграм. Есть Донатиус, это донат, и почта. Так что надеюсь, что я вам объяснила. Подписывайтесь на наш канал. Всем заранее спасибо. И спасибо, что если вы подпишетесь на вот эти вот два канала, или три даже, может быть, на Егорушку тоже поддержите. И всем говорю пока-пока.